Больш за 40 педагогаў змагаюцца за званне лепшага ў абласным этапе конкурсу і за пуцёўку на рэспубліку. Усе ўдзельнікі сапраўдныя прафесіяналы, за іх плячыма некалькі адборачных тураў, тэсціраванне, паказальныя ўрокі ў незнаёмых для сябе класах. Наставник года 2017, областный этап. Конкурсанты прошли отборочные туры районного узровня, тестирование. Теперь не меньше складанное выпробование про тему своего урока наставники доведались только напередодні у вечера. Теперь журы налічвае баллы не только за раскрытие материала и працу с вучнями, але и за, так бы мовить, фишки урока. Так наставница физики с Бобруйску Светлана Здоранкова тему «Рух тела под уздеянием силы протягнення» спробуя раскрыть на прикладе знакомитой Пизанской вежи. Моя фишка – это эксперименты из подручных материалов. Поэтому мы, используя обычные листочки бумаги, мы будем смотреть с детьми свободное падение различных тел и так далее, и связывать это с темой нашего урока. У соседней аудитории урок физкультуры Юрий Волков каже, ему пощастила тема урока – баскетбол. В первую очередь я должен найти с ними общий язык, стать как бы их товарищем. Но в то же время я должен оставаться для них мастером, преподавателем. Вот. И я хочу, чтобы дети добивались как минимум такого же результата, как добиваюсь и я. Этому предшествует плодотворная целенаправленная работа. То есть конкурсанты только вчера узнали тему своего занятия. Они ночь сидели, писали эти план-конспекты, продумывали формы, методы урока, как они будут проводить, как они будут подавать себя, что надеет даже женщина, я думаю, не в последнюю очередь думает на такую тему. Наверное, просто пожелаю удачи нашим конкурсантам и буду надеяться, что победитель нашего конкурса представит достойно на республиканском конкурсе. Замежная мова, физика, працовное навучание, физичная культура, русская и белорусская мова и литература. Усяго 8 номинаций. По их выниках будут обраны удельники суперфинала. Ён, до речи, пройдя у четвер. Суперфиналисты на сцене проведут мини-урок, так само публично будут оборонять опыт у властной педагогичной деятельности. Павел Савицкий, Александр Тарасов, новины региона.